Добрый вечер, и как всегда подводим итоги недели. Говорим о самых важных новостях в нашем городе, которые касаются городского хозяйства. Начну с достаточно интересной новости, с интересного решения, которое мы уже сейчас подготовили. Есть визуализация, есть видение, так скажем, и я думаю, уже осенью мы начнем реализацию этого проекта. Все помним улицу Балковскую, помним трамвайный путь, который сейчас не используется, который периодически используют как это парковку для автомобилей. Мы подготовили решение, то есть, как и говорили, высадим на этом участке белые акации, также будет высажена зеленая изгородь и посередине появится велодорожка. Я уверен, что такое решение даст новую жизнь этому району, улице Балковской в целом. И вместе с тем, что мы наводим это порядок в Дюковском парке совместно с арендаторами, это получится хороший, в том числе и туристический якорь нашего города. По теме туристических зон и маршрутов также хотелось бы вернуться на улицу Екатерининскую. Было сказано уже много, и действительно те замечания, которые мы получали от одесситов, имеют место быть, но опять-таки повторюсь, все по порядку. Мы пустили по Екатерининской уже автомобильное движение. Сейчас эта улица полностью проезжаемая, и уже на этой неделе мы начинаем демонтаж торговых павильонов, как и обещали. И до начала сентября, уже ко дню города, мы это получим, там абсолютно новую, удобную, комфортную, это пешеходную часть, вместо тех торговых это рядов, которые сейчас там есть. Ну и, конечно же, по второй стороне, со стороны привоза, тоже реконструкция уже подходит к концу. Пешеходную часть мы уже запускаем, но напомню, там будут высажены деревья, но высажены они будут согласно регламента, так скажем, согласно сезонности. То есть эти работы будут выполнены в конце сентября, в начале октября. И уже переходим от этой локации немного дальше, по Новощипному ряду, где сейчас ведутся работы, и угол Новощипного ряда, улица Старопортофранковская, где сейчас ведется оптовая торговля овощами, куда зайти действительно даже, наверное, небезопасно, это длится уже десятилетиями, скажем так, в центре города такое вот серое пятно. Уже сейчас мы нашли это понимание с представителями бизнеса, и уже в этом месяце начнется демонтаж этих торговых рядов. В дальнейшем там будет опять-таки нормальная, проходимая, удобная пешеходная зона, там будет нормальное автомобильное сообщение, и там не будет стихийной хаотичной торговли. На этом на сегодня из новостей, наверное, все. Как вы видите, мы и дальше это работаем системно меняем наш город в эту лучшую сторону. Как всегда, видимся через неделю, говорим о самом главном.